Академическая ТЭЦ. Теплоэлектро. Цех. Ну вот оно и снабжает электроэнергией. Улица Краснолесье и район Краснолесье. Все куда-то опять едут. Институт теплофизики. Вот они, где эти институты. Наукоград. Магазин сантехники. Академия сантехники. Одни академии. Светофор. Магазин низких цен. Институт металлургии. Вот поэтому и район называется академический. Тут все связано с наукой. Такой. Так, а это что тут делают? С собаками гуляют. Йобург едет с работы. Это какая улица? Запасная дорога. Какая улица? Ты же едешь туда, мол. А вот сюда. Знакомая. Это походство. Как бы выезд из города, да? Вот я поеду в Тюмень, Челябинск. Ведь по 30 с лишним этажей. Вот такие дороги. 52-18-95 Лукойл. Задрали. Дешевле было. Чуть дальше на 5 рублей дороже, это дешевле. 47-50. Есть разница. Лукойл задирает цены. Просторы, жилищный комплекс, просторы какие-то. Он даже не смотрит.
Леруа Мерлен. Так вроде на машине едешь не так далеко. Там едем. По-русски написано. Тоже тут движуха. Капец. Все для сада, для огорода.